заходим, заходим. Не выходим, а заходим. Входим. Выход надо закрыть. Глухое сочинство. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Отец наш Небесный, мы молим Твоего благословения, прибудь с нами, и Дух Твой Святой да не покинет нас. Господи, Тебе за все хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Ну, о болящих целый список вы уже слышали. По-моему, всех мы уже перечислили, но тем не менее я скажу о Надежде Ивановне. Просьба Николая, молитесь о нем, чтобы Господь дал ему силы и терпение ухаживать за тяжело больной женой. Она временами беспокойна. Ночью бывает, что встала, однажды встала и упала, там, что еще не разбилась она. Там. Собирается подать на инвалидность, собирать документы. Это можно по месту жительства, в поликлинику там оформлять это. Но это процесс длительный, 3-4 месяца, карантинно, так что и оставить ее тоже, думаю, одну. В общем, очень сложно. Молитесь о Надежде и о Николае. Ну, не одни, но как бы делаем поправку, она там уже вроде не так печалуется, сама вроде повеселела, как мне сказала Елена, которая сестра Натальи, она у нее же находится, у нее здесь в городе. Вот. Я ее видел, у нас там все два спереклиники, она мне сказала, что вроде как было получено целый год. Еще кто у нас болящий? Алексей Семенович, сегодня болящий. Он очень исполнительный, и все указания врачей он исполняет в точности. А это бывает не всегда полезно. Поэтому у него там лекарственная болезнь, наверное, уже началась перенасыщение всяким лекарствами. Там. Кожа вся покрылась, сыпилась, язвами. Сегодня у него консультация у дерматолога, так что помолитесь о нем. Ты Надежда? Алексей Семенович Сиськов. Ну еще кто так с ним у вас болящий? Петровна. Как у него там? На том же уровне все. Там сестра ее беспокоит, она сама так крепится, молится, а сестра, что ноги плывут уже никакие, все. Да. Тяжело, конечно. Ну, еще,
Антонина Севастьяновна. Ну, там дочь ухаживает за ней, там. Выписали ее уже на неделю, больше недели уже дома. Она оформляет на инвалидность. Александр Михайлович сказал, что постановлено. Мне можно сказать? Да, конечно. Вы знаете, я тут на неделе пошла на базар сходить. На встречу идет лицом к лицу, встретилась, знаете, с кем? С Фаиной Соломоновой. Да. Да. Идет она оттуда, и такая серьезная, не улыбается, ничего, но прямая такая, прямо это 92 года ей уже. Вот. И всем поклон низкий передает. Спасибо. Я говорю, а я-то вначале остановились, я поздоровалась, а потом говорю, а вы помните меня? Она, а как же вы в больницу ко мне приходили? Вот. И вот приехал ко мне сын, говорит, а я-то... Говорю, ой, как хорошо-то, ну что, поддержка будет. Она лучше бы не приезжал. Он не работает, он пытается инвалидность себе здесь как-то взыскать, но не так получается там у него. Там сын, наверное, уже давно за 70 уже. Ну, конечно. Тоже уже. Ну и все, ну мог бы где-нибудь немножко подрабатывать. Нет, никак. И живут на одну ее пенсию. Ну, конечно. Тоскливо немножко. Вот. Еще немножко задержу еще внимание. Тут я думаю, вот мы в интернете, и все так проповедуют, такие братья там молятся-то. И вот я думаю, ну что ж я-то вообще уже, не знаю, бабка древняя стала. И пошла, смотрю, идет бабушка у нас там по школе. В брюках, но в платочке. И я так это поздоровалась с ней. Она вроде как хорошо, что вы в платочке, а то, говорю, сейчас почти бабушки-то наши не носят. Наверное, молитесь. Вот я говорю, определяю сразу, человек молится. Ничего я не молюсь, и вообще мне это не надо. Ну, ярая атеистка, оказывается, попала. Но 85 лет, когда она мне сказала, я поразилась, потому что... Выглядит очень молодо, как-то такая прямо стройная. Я думаю, тут я сгибаюсь уже, хожу. Она стройненькая такая прямо. И отрицала все, и Бога ей не надо. Почему Бог у меня сына забрал, он у меня мужа забрал, рано внука забрал. Что это такое? Претензии к Богу. Вот, ну, разговаривали мы, долгонько пока шли. И в конце... Оказалось, что она все-таки отче наш читает, три раза куда-то идет, ей сложно что-то, три раза отче читает и помогает. Я, ну, пытались как-то поговорить. Ага. И я в библиотеку пошла там отксерить молитвословы, потому что так вот книги иногда и не очень, а молитвословы как-то с радостью берут люди. А там новый библиотекарь, пожилые были женщины так, и... Ну, вроде бы пытаюсь литературу какую-то оставить, чтобы там детская, в общем-то, больше это библиотека у нас. И нет, не надо. Вот они прямо. А здесь молодая женщина, она мне отксерилась. Я взяла в брюках. Она в брюках. Вот. Я говорю, ну а можно вам вот это вот? Я не хочу, чтобы вы выбросили или как-то. Вы возьмите это. А я с удовольствием почитаю. А я это не знала, что в брюках. Так у меня же женские. Да. Да нет, это мужская одежда. Я почитаю. Ну вот и взяла. Там я еще дала литературу. Она вот вроде с удовольствием. Кристина зовут. Да, мама мне говорит, что у меня Божье имя. И все, я говорю, так вот и молитесь, молитвословы. Ну, а ту женщину, которая... Валентина. Я говорю, ну вот вы же сильная, у вас имя-то такое сильное. Слава Богу. Вот просто нам надо, даже вот часто в автобусе едем, если можно с человеком заговорить, вот с Александром, и тогда сколько. Все время, если едем, с кем-то заговорили, и люди принимают. И... Ну вот хорошо, если бы у нас снова были эти красные. Сережа, может, ты выпишешь еще... Потому что нет, что давать-то? Вон эти лежат протестантские, вот весь склад
называли. Тогда Евгений их привозил, коробок, вот с меня ростом. А их никто и не берет. Да. И батюшка говорит, я их не буду раздавать. Батюшка сам наш сказал. Да, потому что берут. Маленькие, и от Иоанна, они протестантские, это людей соблазняет. Как, и они их потом узнают. Ой, нет, выбрасывают или обратно возвращают. Надо свои, вот эти православные. Под благословением Кирилла. Дорогие мои, братья и сестры, я хочу вас попросить, кто расположится, выслушает меня, помолиться о моем внучатом племяннике, родственник достаточно близкий. Он был призван в первую волну. 12 мая получил минно-осколочное ранение. Это второй раз, это второе ранение. Прошел по нескольким госпиталям и из Екатеринбурга приехал домой. 45 дней отпуска ему дали. Мы уже, неправда, не с первых чисел, не с первых дней отпуска обратились ко мне, уже где-то в середине, ближе к концу уже. Вот. Ну, я, естественно, начал обследовать его через администрацию поликлиники. Потом пошел, уже мы почти закончили обследование, еще не совсем, но я пошел к заведующей отделения восстановительного лечения. А говорит, ну я его госпитализировал, смотрите, вот у меня есть госпитализированный, нужно направление оттуда из места жительства, направление либо на консультацию, либо на госпитализацию. Форма 027 или 057. Ну, я его отправил туда, он привез эту бумагу. И по второму разу уже пошли до конца обследования у нас в поликлинике. Там у него килоидный рубец в области лопатки. Лопатка перешибленная, мелкие осколки остались еще. И рука не поднимает вот выше этого уровня, влево-вправо. А с четвертого ему уже в отчасти уже исполнять воинский долг. Вот. Ну и мы не успели, буквально дня два, как нам сказали, что вот вышел Министерство здравоохранения, Министерство обороны, запрещающий госпитализировать гражданские лечебные учреждения. То, что выделили определенные койки, определенные стационары по стране, 11 тысяч, по-моему, мест выделено, и их всех должны лечить там специализированные, открывают места. Нам говорили о том, что если будет указание от командира части, тогда мы ему можем госпитализировать и продвинуть это до отпуска. Поэтому мы звоним туда, в полк выздоравливающих в Екатеринбург, ему так лейтенант сказал, вот ты госпитализируешься, пришлешь нам документ, что ты госпитализирован, и автоматически продвинуться отпуск, но не получилось так. Госпитализировать нельзя. Госпитализировать нельзя. Так что он поедет сюда. Ну, естественно, мать и жена, у нее двое детей. Имя-то вот. Скажи. Денис. Денис, вот. Он говорит, что верующий. Ну, насколько уж верующий, там один другой вопрос. Не, ну рука не поднимается, тут уже его даже не вообще комиссовать. Как верующий, да. Ну, я ему говорю, так говорит, прости ВВК, военно-врачебную комиссию. Но он говорит, да я знаю, что это такое. Там даже никого не спрашивают, вот так не разговаривают. Документы взяли, написали, руки-ноги целые, все видели. Ой, Господи. Вот так. Так что, вот такая ситуация. Помолитесь, пробег Божий. Ну, говорит, что верующий, крещеный. Вот так. Такая ситуация. Верующий, конечно. А сколько так. Мы... Сколько будет тебе 20? На войне даже все верующие не скрутятся. Ну, да. Не всегда. Да, не всегда. Да. Не всегда, не всегда, это я точно. У меня очень такая скорбная, и я не знаю, такое вот сообщение. Я хожу в плиту сетки для армии, туда отправляю. В нашем сети, да? Да, это плита. Это самое, это сетки для того, чтобы вот укрывать военные машины. Ну, маскировочные сетки, все понятно. Маскировочные, да. И со мной в кабинете, в нашем, ну, в одном кругу часто мы встречаемся, работает женщина, у которой сына 1 июля, значит, получил он смертельное ранение, с ним было 4
человека, два не пострадали, а один тяжело раненый, они его успели с поля боя вынесли. Это под Артемовском было. И они, а его они только могли, они его только запаковали, но тут начался по новой обстрел, они его не оставили, потому что он уже был мертв. И вот сейчас, в течение вот этого месяца, она уже, мать, сходит с ума. Они его до сих пор не привезли в Ростов. А только из Ростова могут дать ей похоронное это свидетельство. Или могут из Ростова, там часто бывают из Алтайского края специальные представители, они привозят на рефрижераторах вот таких вот людей. Зовут его Андрей, этого парня. Зовут Андрей. Ну, помолитесь о нем, о прощении его грехов. Или вот какую молитву лучше-то почитать вот в этом случае? Молитва одна. Если угодно, то есть святой воле Господи, хоть как-то облегчить участь его в вечности, соделай это. И не прости, и не веди мне... И не вмени мне во грех мою молитву. Все. Другого. А она молится, она крещенная мать. Он крещенный. Ее как зовут? Андрей. Ее. Татьяна. А он-то умер. Ее зовут Татьяна. И вот она. Она прощение Татьяны. Да. Облегчение. Облегчение просто. Я не знаю как. Она две недели вообще, ну, ее сестра сказала, что она, говорит, вообще две недели не выходила из квартиры, только стояла на коленях, молилась. А сейчас она, ну, видимо, как-то у нее в сознании вот это вот, ну, прошло немножко, как-то изменилось сознание. Она теперь ходит к нам каждую минуту на плетение этих сеток, понимаете, она уже вся... В таком вот состоянии она трясется. Она вообще по образованию врач, пульмонолог, работала, до которого времени, ну, вот последние два месяца, до, ну, в общем, как-то... Дайте наши ресурсы, пусть на нас выйдет в интернете, мой номер телефона дайте, пусть на нас человек выходит, она одна в своей беседе. Молиться. Но... Ну, вот... И же ей помочь, ну, ей будет. Визитки возьмите. Вот там, потому что там все визитки возьмите. Есть, вот, Татьяна, визитка. Вы, конечно, правильно говорите, что надо вот на наши ресурсы выводить, на нас. Ну, уже как так, сможете. Очень такой вот... Так, еще у кого есть сообщение? Просьба. А нам в книгах и извлечь из малого драгоценное. Ну, извлекайте. Господь благословит. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9, стих 27. Это эпиграф стихотворения. Само стихотворение. Фактически мы все приговорены к смерти. Мы все на эшафоте. Все жители земли. Все до одного. Не просто каждый третий. В прах, в плен тысячелетия микробы замели. Мы все зажатые в хомут, у гильотины. И катится по штангам к шее нож тяжелый. Катится по штангам к шее нож тяжелый. От страха у царей кровь в жилах не застынет. От ужаса погасну свечи по костелам. И в храмах, и в мечетях злоупокойный тон. Без права чуть ослабить, обжаловать заслугой. На кроликов чума, один на всех питон. И что-то возражать смешно и очень глупо. Смерть надвигает тень на стан обезумевших, пирующих и жрущих пачек всякой меры. Что нужно предпринять? Явно не замешкать. И это не во сне, и это не химера. Тот жуткий райский приговор еще звучит вполне. Прах возвращается создание из праха. Все на обломке мачты, все на одной волне, и нищий, и богач, исполненный страха. И вдруг над миром свет из ясых вифлеемских восходит на Голгофу звезда Давида. К надежде потянулось все человечье племя, и райские врата с конца вселенной видно. Смерть отступила в жизни. Пусть пока в одной,
Ну, тот один всему есть властелин. С большой буквы Иисус Христос. Он наступил на смерть, пронзенную ногой, и смерть попрал. Не просто отдалил. Кругом все та же, до горизонта жуть. На стае хищников все нету у корота, но прозвучало. Я истина, и жизнь, и путь. Тысячелетия никто не вякнет против. Смерть с адом будет брошена в гиену. Жизнь нам распахнет ворота в вышний град. С большой буквы град. И смерти жизнь придет тогда на смену. Кто во Христа уверовал, тот неизменно рад. Аминь. 07.10.2010 года. Игнатий Лапкин. Да, Валентина. У меня тоже такая просьба. Приехал к нам племянник, который потерялся. И вот, да, нашелся. И вот хочется, чтобы помолили, чтобы как-то Господь не зря его послал, чтобы как-то вразумил Господь, его остановил, спас. Григорий. Нет, он не крещенный, но я его спрашивала, говорит, я белый. Я верующий. Ну, дела, конечно. А Евангелие он знает, читал? Читал, он больше меня знает все. Отец там его просвещал, каждый день он читал Евангелие в доме. Не знаю теперь, как он живет, откуда он приехал. Шибко я и не допытывалась. Да, да. Вот. У кого есть желание, помолитесь. Много ли? Сегодняшнее чтение. Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 1, стихи с 10 по 18. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стих 10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Я не могу просить вас один, но беру себе в помощь имя Господа, от имени которого вы называетесь христианами, и которое вы оскорбили, пожелав называться именами людей. Пусть это приведет вас в стыд. О чем я умоляю вас? О том, чтобы все вы были согласны и не разделились. Ибо что разделяется, то хотя, казалось бы, вместо одного становится многим, но на самом деле не делается многим. Ибо что пользы в теле, рассеченном на многие части? В нем единство пропало. Итак, весьма выразительно назвал разделениями то, что происходило между ними. Этим словом ясно показывает, сколь бедственно было их состояние. Выше сказал, чтобы все вы говорили одно. Посему, чтобы не подумали, будто согласие состоит только в словах, прибавляет в одном духе. То есть умоляю, чтобы вы согласны были и в мыслях. Но многие об одном предмете думают одинаково, а о другом различно. Поэтому присовокупил, соединены в одном духе. Далее. Многие бывают согласны в образе мыслей, но расходятся в расположении воли. Так, когда мы имеем одну и ту же веру, но не соединены между собой любовью, то хотя мыслим и одинаково, но расходимся в расположении воли. Поэтому, сказав «в одном духе», прибавил и «в одних мыслях», то есть чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни относительно расположения воли. Стих 11. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Толкование. «Чтобы не стали запираться, приводят свидетелей, а чтобы не показалось, будто выдумывают их, называют их, говоря,
от домашних Хлоиных. Был дом в Коринфе, называвшийся Хлоиным. Называют их еще братьями, ибо хотя грех их был явный, но ничто не препятствовало называть их братьями. Впрочем, не сказал, кто именно известил его, но указал на весь дом вообще, чтобы не вооружить их против известивших. Открывая слышанное от других, употребляет более мягкое выражение – споры. Но когда говорит от своего лица, то называет то же самое разделениями, что гораздо хуже споров. Стих 12. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов». Толкование. Не некоторые говорят это, но у вас. Впрочем, коринфяне не говорили так, но апостол дает такой оборот речи, желая показать, что если непростительно называться Павловым и Кифиным, то тем более от имен других. Я Кифин. О Петре упомянул после себя не для того, чтобы себя возвысить, но оказывая ему большее предпочтение. Подобно как о Христе упомянул после. Вообще в делах, которых не должно быть, упоминает прежде о своем лице. А я Христов. Не за то укоряет, что говорят «а я Христов», но за то, что не все так говорят. Или лучше присовокупил это от себя, желая сделать обличение более сильным и показать, что в таком случае и Христос усвояется одной части, хотя коринфяне и не делали этого. Стих 13. «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Толкование. Зачем разделили вы Христа? Зачем расторгли тело его? Речь, исполненная гнева. Некоторые же слова «разве разделился Христос» понимали так. Разве Христос разделил церковь с людьми и одну часть взял себе, а другую отдал им? Этим опровергает неразумное поведение их и упоминает о своем имени, дабы не подумали, будто он упоминал об именах других по зависти. Но сказал же, разве Павел сотворил или привел вас из небытия в бытие? Но что гораздо более, показывая неизреченное человеколюбие Христово, говорит о кресте. Не сказал также, разве Павел умер, но распялся, указывая тем на мнимую бесчестность смерти. И я, говорит, крестил многих, но во имя Христова. Говорит о крещении потому, что причиной разделения было и то, что называли себя по именам крестивших. Но не в том дело, кто крестил, а в том, в чье имя крестит. Ибо Христос отпускает грехи, а не тот, кто крестит. Стих 14. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Толкование. Для чего, говорят, гордитесь вы тем, что крестите, когда я благодарю то, что я не крестил? Так говорит не для того, чтобы уменьшить важность крещения, но для того, чтобы обуздать коринфян, хваставшихся крещением. Ибо крещение есть дело важное, а крестить неважное. Стих 15. Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Толкование. Говорю это не потому, чтобы в самом деле так было, но из опасения, чтобы болезнь не достигла до такой степени. Ибо если при совершении крещения людьми незначительными произошло разделение, то если бы крестил я, проповедовавший крещение, некоторые, конечно, согласились бы приписать крещение мне. Стих 16. Крестил я также Стефана в дом. А крестил ли еще кого, не знаю. Толкование. То есть всех бывших в доме Стефана. Это был великий, знаменитейший муж в Коринфе. Для меня, говорит, так нелестно крестить, что я даже и не помню, крестил ли я кого другого. Как же вы гордитесь крещением? Стих 17.
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Толкование. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души, ибо переубедить человека и склонить его от отеческих преданий, и притом среди опасностей, есть дело великой и мужественной души. А приготовленного к крещению принять и окрестить мог всякий, кто только имел священство. Но если он не был послан крестить, то как же крестил? Он не был послан для этого преимущественно, но ему не воспрещено было и крестить. Он послан был для дела важнейшего, однако ему не воспрещено было и исполнять менее важное. Низложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к надмевавшимся внешнюю мудростью и говорит: «Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, то есть не с красноречием и изящным словом, чтобы крест или проповедь о кресте не потерпела вреда и унижения. Ибо это значит, ибо что значит, чтобы не упразднить, то есть да не окажется бесполезным и тщетным? В самом деле, если бы апостолы проповедовали с мудростью слова, то иные могли бы сказать, что они убеждали силой слова, а не силой проповедуемого. А это было бы унижением и вредом для распятого. Но теперь, проповедуя с простотой, они показывают, что все совершает сила распятого. Упраздняется крест и другим образом. Например, меня спрашивает Эллин о чем-нибудь божественном, превышающим наше разумение. Если я буду доказывать ему посредством умозаключений и внешней мудрости, то окажусь слабым, ибо никакой ум не может представить предметов божественных. Таким образом, моя слабость покажется слабостью проповеди, а этим упразднится самый крест, потому что окажется суетным и тщетным». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Поиск достойной кандидатуры на должность пастыря – дело весьма непростое. Сегодня ищут в кандидатах музыкальные способности и все что угодно, но только не способности нести Слово Божие в народ. Но проповедь с первых дней образования церкви была направлена на сокрушение дьявольских твердынь язычества и на построение храма Христу. Какими талантами обладали апостолы? Дух Святой в огненных языках в первые же минуты проявился в них через благовестие. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Сегодня священники многое умеют делать, знают трудности, какие предстоят им, чтобы совершать правильные богослужения в годичном круге. Но благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. А благовестию не уделяется никакого внимания вообще. А если кто-то и говорит, что таким холодом незнание Библии повеет, то только и скажешь: «Не введи нас, Господи, во искушение». Тому, кто думает быть водителем святых, предлежит великий труд. Благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. Стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Толкование. «Были в Коринфе неверные, которые подвергали креста смеянию и говорили: подлинно глупо проповедовать Бога распятого, ибо если бы он был Бог, то не позволил бы себя распять. А поскольку он не мог избежать смерти, то как мог восстать из мертвых? Верные, кажется, противостояли им своей мудростью, негодуя, что те злословили крест. Поэтому и говорит: не почитайте этого странным, ибо данное Богом для спасения кажется безумным для погибающих. Слово о кресте называет проповедь о кресте или Христе распятом. Для нас, говорит, не погибших, но спасаемых, есть, оно есть сила Божия. Но крест показывает и премудрость.
Силу он показывает в том, что смертью разрушил смерть. Ибо если побеждает падший, то это знак величайшей силы. А премудрость в том, что именно таким образом спас погибавших. Богу нашему слава. Навеки. Аминь. Янечка, где вы, братцы? Не знаю, они в следующий раз собирались, я сейчас звонила, спрашиваю. Ну, позвони, пожалуйста, узнаю, что там. К нам собирались или во Власиху? Нет, там всегда собирались. Ну, слышишь, договаривались встретиться. Я с Русиной неделю разговаривала. Она все закончила, все практики, все дома. На хозяйстве, так она сказала, на картошке там. Дорогие мои, я вот неоднозначно отношусь к Михаилу Задорнову, которого все знают наверняка. Но вот это, мимо этого, я не мог пройти мимо, хотя он говорит о Пушкине. А Пушкин говорит как будто в наше время о событиях СВО. Знаешь, что такое СВО? А вот Александр Сергеевич Пушкин. В Латвии, в Литве, в Эстонии Пушкина не очень любят, а некоторые даже образованные прибалты его ненавидят, и я понимаю, за что. Александр Сергеевич Пушкин, знаете, часто особо образованные люди в России говорили так: если вы хотите понять суть какого-то явления, обратитесь к Пушкину, и если он об этом явлении пишет, он всегда прав. Я с этим согласен. По Пушкину можно сверять правду жизни. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Анафема в этой ситуации — это санкции европейские и американские. Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте этот спор славян между собой. Домашний старый спор, уж взвешенный судьбой, вопрос, которого не разрешите вы, уже давно между собой враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Он как бы объясняет Евросоюзу, что есть история, ребят, не лезьте своими грязными руками. Причем интересно, что именно все события на Украине начались опять с того сборища, которое произошло в Литве. Опять литовцы настроили западенцев. Далее, Пушкин. Кто устоит в неравном споре, кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море, оно иссякнет. Вот вопрос. Оставьте нас. Просто обращение к Евросоюзу. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия всемирная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянной отвагой. И, внимание, и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пытающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. Вы понимаете, что он имеет в виду Наполеона? Вся Европа под ним дрожала, а Москва не сдалась. И Россия не сдалась. Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то, что в бездну повалили мы тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Да это не только можно отнести к Наполеону, но и Гитлеру. И нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиной сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте ж к нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России среди нечуждых им гробов. Александр Сергеевич Пушкин был нетолерантен. Все выразил порывом сердечным, хотя его тоже очень трудно обвинить в излишнем подхалимстве власти. Спасибо, Христос.
я молюсь каждый день. Давай этот день. О том, чтобы Господь примирил украинский народ с российским народом. Остановил это кровопролитие. Это убийство на войну. Как бы ее не прикрывали какими фразами СВО, другая. Война есть война. Нам кажется, что это вот еще далеко, но оно совсем близко. Оно уже не было. Господи, не отними свою держащую десницу. Да продлится еще хоть какой-то мир на нашей российской земле. Но и не почтится наша худая бедствующая рука удерживать твою карающую десницу по грехам нашим. Давай твой просветай во сне. Господи, просвети светом разума Евангелия Твоего, правители страны нашей, церковной иерархии, правители всех мировых держав. Вложи в сердца, в сердце мирные и добрые намерения для Святой Твоей Церкви, для всего народа Твоего, чтобы мы жили спокойной жизнью в истинной вере, во всяком благочестии и чистоте. Аминь. Что о Потеряевке там слышно, как там дела? Батюшка, ты куда поехал? Батюшка, как сказал, там все разъехались, все по разным делам, кого нет. Ну вот, Люда уехала, Барабаши уехали, по-моему, он сказал, к Ленину. Ну, тоже Мальчик, да, что они приехали. Уехали. В общем, пусто. Уезжала, но она вернулась. Но она уезжала с Стефаном. Стефан, похоже, должен был вернуться. Я не знаю. Мне там написала, что он вроде вчера должен был выехать вчера. Потому что сегодня еще у нас. Из лагеря Пальшка стал уехали все, кроме, по-моему, Калиника. Кто еще остался? Николай Кузьмин еще будет дать тебе. Его не надо уже считать приезжим, ну, он уже все, да, остался, вот, так это всех провожаю, или кого не получили. Николай уже все, местный, помощник считается. Так, ну и в финале тут у нас Лена просит ты. У нас сегодня такое собрание, оно немного грустное получилось, трагическое. Но еще в наше последнее время тяжелое, еще люди женятся. Сегодня венчание. Забыли это упомянуть. У кого? Вякова Фаста и Анастасии Кривенко. 12 июля мне Юля написала: Лена, у тебя нет венчальной песни. Я ей скинула, которую я тебе писала так. А потом решила, думаю, ну почему не написать новую? Вот. Она мне скинула видео, где Витя Савченко берет интервью Анастасии Кривенко. Я таких уникальных людей мало вообще в жизни слышала. Всем советую посмотреть это видео, у кого есть возможность. Вот. Этот человек просто уникальный, из какой-то иудейской, из общины иудействующих, там что-то с евреями. Иудействующих христиане. Иудействующих христиане, да. Вот, у них главная цель была иудеев, евреев обратить ко Христу. Вот такие люди. И она с детства там родилась, и она с детства с Библии росла. Она писала с детства стихи, рассказы уже там христианские такие. Человек знает языки, и, в общем, и рисует, и песни поет, и музыка. Я в воскресной школе там, да, ссылку давала детям нашим, чтобы посмотрели. Да. Если кто хочет посмотреть историю, где она рассказывает, там же среди вот всех своих рассказов, вот я вам, так сказать, такую затравочку дам, чтобы вам было интересно посмотреть этот ролик. А там она... Молитвенную поддержку. Хорошо, я найду, спрошу. Она рассказывает там, среди этого долгого своего рассказа о своей жизни,
почему она после какого случая полностью перестала носить брюки. А какой случай, я вам не расскажу. Вот посмотрите ролик, сами узнаете. Она еще занятия для детей вела, вот девушка. Это... И вообще бескомпромиссный человек. Из всей своей общины, вот у них возможность появилась землю в Израиле. И они очень хотели попасть в Израиль, туда уехать. Вот. Но у них условие было, христиан туда не берут, надо было замолчать, что христиане, или как бы отречься. А ей всего, девчонке лет, наверное, 18 было в то время. И она одна из всей общины встала и отказалась, что она этого делать не будет, и за ней ушли ее родственники. И они на дому начали собираться, к ним люди примыкать. В общем, как свою общину даже создали. Вообще интересуется всем и готова, и она строитель, и там что-то, училась на строителе, она уже всем готова была и дома там построить, и конюшни, и фермы, и уже все распланировала, но когда вот такой вопрос встал, что отказаться от Христа, она сразу же от этого, совесть, говорит, мне не позволила. Ну и потом вот так Витя там с ней беседует, как она пришла к нам, как попала, как она в православие, там длинный путь. Все посмотрим. Да, и Яков тоже такой же уникальный человек. Внука Алевтина Пантелеевна, да. Сын священника, и тоже про него очень много Юля мне рассказала хорошего. Ну вот не буду найти, я задерживать вас, да. Найти до вечности, сохранить свою веру. И как раз перед этим я мелодию такую услышала. Она старая, но я ее раньше как-то не слышала, где так мельком Роза Рымбаева еще пела. «Любовь настала», это там стихи Роберта Рождественского. Да, ну я просто как-то не очень слушала. Да, и Райан Фаус там мелодия. Когда-то в древности Адама Бог создал, взял у него ребро и Еву ему выдал. Вы одно целое, семейный идеал. Как важно, чтобы Адам Еву не покинул. С тех пор влечение живет в людских сердцах. Оно магнитом к себе тянет половинки. Иаков, Настя, вместе Бог вас быть призвал. Ему служите верой, правдой, без заминки. Не знаю я, чего еще вам пожелать, ведь вы уже нашли друг друга половинки. Вы вместе будете любить, творить, страдать, детей воспитывать, учить идти одной тропинкой. Жизнь новая у вас сегодня началась. Пусть будет светлою, полна любви и счастья. Живите дружно, радость будет или беда. Иаков, Настя, это только в вашей власти. Коль даст Господь детей их вере воспитать, со строгостью, в любви, с умом и лаской, опорой в жизни чадом и друг другу стать, и вечность обрести, вот это в жизни счастье. В венцах прекрасных, в царстве Господа Христа, петь в хоре избранных, вовек Христом спасенных. Вот мы и дети наши, Бога и Отца. Хвала тебе, Творец, за счастье быть вовек спасенным. Анастасия, имя значит воскресенье. Любовь к Иисусу тебя в церковь привела. Найди здесь истину и вечное спасение. И будь Якову всегда послушная жена. Аминь. Аминь. Юля тоже сегодня послала, она спела, тоже будет поздравлять. Слава. Да. Можно еще вот сказать, мы были в храме вчера,
на панихиде. Мне Аниле, кстати, помянуть ее передала Маргарита. Все она устроила замечательно. Ну, служба была, и вот и за здравие потом. Служба там, акафист была неубиваемой чашей панихиды. Я такого бормотания вот в жизни не слышала. В наше время, когда Андрей Ткачев, Августин уже, ну, сами священники из своей среды уже обличают и все. Ну, это прям просто какой-то древнеегипетский талмуд. Тихо, бормотание, ни одного слова, ни одного слова, ни Евангелия, ничего вообще. Какое-то вот такое отношение к людям, как к быдлу. Просто. Ну почему не сказать, ну хотя бы Евангелие повернуться как-то, прочитать, ну хотя бы понятно, чтобы это было раздельно. Тут... Нельзя передразнивать, остановись. Прости меня, Господи, ну уже как-то, ну люди приходят в храм для того, чтобы услышать что-то, понять о Христе, услышать. Ну это неуважение такое к людям, считаю. Вот и стояла я всю службу, просто молилась, что знала вот свое, и потому что невозможно понять ничего. Я хочу, чтобы сдвинулось это все в стране. Ну, Господь нас услышал. Помоги нам, Господи. Вот в этом. Прошу прощения, еще раз я встану. Значит, в этом храме есть специально поставленный человек. К нему надо было обратиться. Мы этого не сделали. Прости нас, Господи. Говорить об этом надо. Там и на месте. Но у нас была еще и вот эта после панихиды трапеза. Сказали только, что все хорошо, приготовлено. А самое главное, что появилась возможность сказать слово о Христе, как правильно к нему прийти, как наша сестра правильно приготовилась к этому. Потому что даже дочь не уверена, а встретится ли она с ней в вечности. И это выпало на долю мне. Я перевела стихи из Библии и сказала Иоанна 3:16. Иоанна 5:39, исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они говорят обо мне. И из Деяний апостолов, там, где говорится, народ спрашивает, а что нам делать-то, мы веровали, покайтесь и докрестится каждый из вас, и получите прощение грехов. Вот эти три основные слово, которое мне Господь позволил сказать. Были женщины, был только один мужчина, Михаил Петрович. И он только один сказал аминь. Слава Христу, во веки славы. Потому аминь. Что потом мы еще эту книгу смотрели. И там есть фотография Неонилы Алексеевны. Дочь обрадовалась и сказала, так она тут, у меня нет такой фотографии. Мы ей эту фотографию отправили. Нашли. Да. Поэтому будем счастливы, что мы были на этом событии, которое прошло не даром. А даже, может быть, и будет возможность Маргарите прийти к такой вере, что она родится свыше. Господь поможет. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам дары, и Твоим крестом сохраняй Твой народ. Потому что одно и другое событие. И третье. Это жизнь. Жизнь продолжается. Хотя времени осталось мало. Спасибо, спасибо, Христос. Молодец, сестра. Прошу прощения. Ну что, будем завершать? Да. Дальше, как по порядку. Песнопение, так это будет или нет, не знаю. Хотя бы полчаса. Ну и занятия проведем. Хотя бы полчаса занятия провести. Как проведем, другой вопрос. Бог нам судья, но... Постараемся. Достойно есть якобы истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло, просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити.
людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Спаси, Господи. Так, прославление. Хотя бы первую песню исполнить.